Руководство Air France KLM временно отзывает свое предложение о покупке авиакомпании Alitalia. Руководство компании Air France KLM, единственного претендента на покупку 49,9% акций компании Alitalia, намерено отозвать свое предложение и воздержаться от продолжения переговоров до тех пор, пока ситуация вокруг Alitalia не прояснится. Победивший на выборах Сильвио Берлускони обещал сделать все возможное, чтобы национальная авиакомпания осталась в итальянских руках. Он призвал предпринимателей страны подготовить план спасения Alitalia. А спасти ее может только финансовая инъекция. Рим готов внести 750 миллионов евро, именно столько требуется, чтобы компания избежала банкротства. Но проблема в том, что Еврокомиссия под предлогом соблюдения правил конкурентной борьбы не разрешает этого делать. Авиакомпания Alitalia во вторник получила от правительства Италии кредит на сумму 300 миллионов евро. Это должно помочь ей выиграть время в поисках подходящего покупателя и хоть немного улучшить финансовое положение. Кредит был выделен на следующий день после того, как французско-нидерландский Air France KLM отозвал свое предложение о сделке. По законам Евросоюза, Alitalia не может получать субсидии от государства до 2011 года. Таким образом, предоставление госкредита может привести к введению экономических санкций против Италии со стороны ЕС. «Теперь мы должны, — говорит министр развития Луиджи Берзани, — строго следовать теории, которая основывается на следующих условиях. Это реальные фонды, реальные деньги, необходимые для индустриального оживления, взвешенная интеграция в сеть крупнейших международных авиаперевозок. Более мелкие факторы не будут отвечать всем необходимым требованиям. Главной причиной срыва сделки с концерном Air France KLM стали возникшие разногласия с профсоюзами, которые опасались сокращения рабочих мест».